Картина «Старый Крым» отличается парадоксальным решением. Она принадлежит к ряду произведений, в которых чувство человеческого одиночества, пустынность каменистой страны вызывают ностальгию по утраченной родине или сожаление по угасшей жизни. «Старый Крым» 1902 года, «Пустынные скалы» 1902 года, «Пустыня» 1903. К такой теме более подходит холодный колорит, которым художник не преминул воспользоваться в работах «Древняя крепость», «Феодосия» и «Пустыня». Но в «Старом Крыму» Багаевский прибегнул к теплой гамме коричневых, розовых и красноватых цветов, не только не вызывающей чувство приятия окружающего ландшафта, но как бы по контрасту с цветовым звучанием, рождающим впечатление отчужденности. Густой, насыщенный цвет земли, вызывающий ощущение напряженности, разряжается ослабленными тонами дома, гладких валунов и дороги, а также слабыми розовыми и сиреневыми оттенками облаков вечереющего неба, слабый свет которого внушает чувство вневременности пространства, как бы символизируя уходящее время.